Привет! Мы сейчас посмотрим топ-10 французских глаголов. Если вы будете их знать, вам точно будет проще общаться. Прелесть французского языка в том, что все эти топовые глаголы спрягаются по-разному. Спасибо, французский язык. Но не переживайте, мы сейчас разберемся. Ну что, готовы? Поехали! Первый, самый употребляемый глагол французского языка – глагол «être» – «быть». Давайте спрягать его. «Je suis», «tu es», «il est», «elle est», «nous sommes», «vous êtes», «ils sont», «elles sont». Второй глагол – глагол «avoir» – «иметь». «J'ai», «tu as», «il a», «elle a», «nous avons», «vous avez», «ils ont», «elles ont». Отлично! Третий глагол нашего списка – глагол «faire» – «делать». «Je fais», «tu fais», «il fait», «elle fait», «nous faisons», «vous faites», «ils font», «elles font». Четвертый глагол «dire» – «сказать». Je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. Продолжаем с пятым, самым употребляемым глаголом французского языка. Это глагол pouvoir, moche. Je peux, tu peux, il peut, elle peut, nous pouvons. Vous pouvez, ils peuvent, elles peuvent. Шестой глагол не менее важный. Это глагол aller, ходить, идти. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Седьмой, voir, видеть. Je vois, tu vois. Il voit, elle voit, nous voyons, vous voyez, il voit, elle voit. Теперь восьмой глагол. Savoir, знать. Je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Super! Глагол девять. Vouloir, хотеть. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. И последний из топовых французских глаголов – глагол «venir» – «приходить», «прийти». Je viens, tu viens, il vient, elle vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Elles viennent. Et voilà! Теперь ваша очередь. Как спрягать глагол «aller» на «tu»? Напишите ответ в комментариях. Не забывайте подписаться. И до скорого с новым уроком. Чао!